Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Николя Дюпре, французский художник раннего возрождения. Среди авиньонских художников конца 15-го, начала 16 века имя Николя Дюпре является одним из самых известных. Родился в Париже около 1495 года. Его генеалогическое дерево до конца не изучено, но предполагается, что он происходил из семьи художников. Первое письменное упоминание о нем датируется 1495 годом, когда он жил в Авиньоне, где он прожил и проработал большую часть своей жизни, часто работая на городские власти. В мае 1508 года женился на Оноре Бигль, дочери столяра, с которой он выполнял заказы для церкви и написал множество картин, подавляющее большинство из которых было утрачено. Помимо заказов на создание многочисленных алтарных образов, Дюпре также нанимали для создания других видов декораций, таких как церемониальные знамена и геральдические символы. Алтарный образ, созданный для Карпентрасского собора, за который Дюпре получил 115 флоринов, сохранился фрагментарно, и на его основе были идентифицированы другие работы того же автора. Две его самые известные работы – это «Лестница Иакова», которая символизирует воплощение завета Авраама, восстановление мира и единение между небом и землей, и «Руно Гедеона», которая иллюстрирует ветхозаветную историю о Гедеоне, который призвал народ Израиля быть их судьей. Он сомневался в своих способностях, но Господь исполнил его просьбу. Умер художник в 1532 году. Вот так вкратце, данных практически никаких нет о Николя Дюпре, французском художнике раннего возрождения. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.